Здравствуйте, дорогие зрители, и сегодня вы меня не увидите. Я сегодня вам покажу, как выглядят ногти после того, как снимается гель с ногтей. Я бы не снимала, конечно, гель, но у меня произошла неприятность. Я очень сильно сломала ноготь, уже все отросло, но у меня было вот тут вместе с мясом не было ногтя. И поэтому я уже решила полностью снять весь свой гель и отрастить заново новые ногти, уже свежие, без подпилов и всего остального. То есть полностью освежить, дать им время на полное восстановление. Если говорить о том, что, как иногда говорят мастера по покрытию ногтей гелем, что ногти абсолютно не портятся, то это совершенно неправда, потому что вы все-таки снимаете часть ногтя своего для того, чтобы гель более хорошо ложился на ноготь, он не отслаивался. Естественно, что сама поверхность ногтя должна быть шершавая для того, чтобы было сцепление с ногтем. И не всегда получается аккуратно спилить свой ноготь. Иногда спиливается достаточно много своего ногтя. Вот как вы можете видеть, что даже вот он становится вот таким вот очень некрасивым после этого. Сейчас у меня ногти уже отросли. Это уже около месяца они у меня отрастают. Ногти у меня растут почему-то неравномерно. Вот на некоторых пальцах они растут быстрее, на некоторых медленнее. И вот тут видно, да, что он просвечивается, он имеет другой цвет. И вот сама ногтевая пластина, после того, как снимается гель, вот я могла нажать, она прогибалась, она была очень мягкая. То есть сам ноготь, конечно, портится. Ногти, конечно, не дышат, они не получают того, что нужно под слоем геля. Как вы можете видеть, он становится неоднородным, такой шероховатым, отслаивается, очень долго отслаиваются они после этого. Я хочу вот полностью восстановить ноготь и еще раз, чтобы у меня выросла новая ногтевая пластина. Уже потом, после этого, я, возможно, опять буду накладывать гель. Гель я накладываю для того, чтобы моя ногтевая пластина, она все-таки была более плотной и ногти так сильно не ломались, потому что родные ногти, хоть они у меня, когда отрастут, будут более-менее нормальными, но они слоятся все равно, что-то делаешь или пересаживаешь цветы, и постоянно все это забивается в ногти, они начинают отслаиваться, чернеть прямо под пластиной. Поэтому я этого не люблю и иногда делаю вот это вот покрытие гелем. Так случилось, что вот у меня произошла такая катастрофа, можно так сказать, и мне пришлось полностью удалить весь гель. Случилось вообще это случайно, я просто не заметила и очень сильно ударилась, да, и ноготь у меня просто вот так вот развернуло, и он у меня стал, можно сказать, перпендикулярно вот здесь, вот я его оторвала, было, конечно, очень неприятно, и пару недель мне пришлось походить с перебинтованным пальцем, пока не отрос ноготь на мясо, вот это вот, ну, были неприятные ощущения, но сейчас уже все, слава богу, прошло. Свои ногти у меня тоже иногда ломались, точно так же неприятные, тоже с мясом, как говорится. Поэтому тут винить гель не приходится, но это просто когда отрастают длинные ногти, такое происходит. Удобно, конечно, с короткими ногтями, но я почему-то не очень люблю короткие ногти. Мне кажется, что более ухоженно руки смотрятся с длинными ногтями. Так что можете посмотреть, как они будут выглядеть после снятия гелем. Это уже, я вам хочу сказать, не такой страшный вариант, как он был непосредственно после снятия геля. В первые дни, можно сказать, даже первые две недели. Это уже выглядят они более-менее. Поэтому вы сами для себя должны решить, нужно ли вам делать покрытие ногтей гелем или не нужно. И надо знать, как они себя будут чувствовать уже после того, как вы будете носить этот гель. Пластина ногтевая очень сильно портится. Ну, когда вы постоянно делаете коррекцию, добавляете гель, ноготь, конечно же, растет. Они выглядят нормально, но хочу сказать, даже все равно, хоть он и отрастает, он становится немножко хуже, мне кажется. Не такой он крепкий, не такой плотный. Поэтому все-таки лучше делать небольшой перерыв в покрытии гелем для того, чтобы восстановить свои ногти. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, мое видео было кому-то интересным, полезным. И до новых встреч. Пока!